В этом мастер-классе хочу вам показать интересную обработку горловины в кутюрных изделиях. В основном такая обработка используется в изделиях из деликатной ткани на подкладке. В работе у меня платье из вискозы с запахом, подкладка из хлопка. Итак, полочку и спинку соединяем по плечевым швам. После накладываем верхнюю часть платья на подкладку и соединяем вспомогательной строчкой по всему срезу горловины с запахом. Вот что у нас получается. Подкладка выкраивается точь-в-точь, как и верхняя часть платья, основная. Далее из основной ткани выкраиваю косую бейку шириной 2,5 см и соединяю косую бейку с основной тканью и подкладкой по вспомогательной строчке. Теперь нужно срезать лишний припуск вот таким образом. Минимально оставляем где-то 0,3 мм. Отворачиваем на лицо и отстрачиваем по всей горловине. Вот что у нас получается. Теперь отворачиваем подкладку и вот таким образом подгибаем припуск косой бейки, скалываем и прокладываем строчку по косой бейке и подкладке. Теперь все это отутюживаем. Далее, так как у нас платье с запахом, нам нужно сделать красивый уголок. Выворачиваю наизнанку, отстрачиваю и делаю ВТО. И обратите внимание, как у нас все красиво обработано, запаковано. Никаких лишних строчек, что очень немаловажно при работе с деликатными или кутюрными тканями. Такая обработка используется при изготовлении кутюрных изделий. Также можно ее использовать при обработке горловин любой формы, а также пройм изделий.